соглашусь, я не скрываю свою позицию. Знаете, что бы сейчас ни происходило, это страшно, потому что гибнут люди. Я не хочу судить, кто прав, кто виноват, чей Крым, России, Украины. Я скажу, что просто жалко то, что происходит. И не нужно искать действительно виновных в этой ситуации. С Крымом меня связывает мой муж, потому что я встретила любовь именно в Крыму, в Ялте. И его родители живут на Украине. И я беременная ездила туда. И я поддерживала не то, что творилось на Майдане, и то, чего добивались люди. Я поддерживала людей, потому что они точно такие же люди, как я, как вы. И если человек просит есть, неважно, что он, какие у него мысли, о чем он говорит, просто нужно дать ему еды. Если он просит воды, то нужно дать ему воды. Поэтому я не хочу говорить за или против, и я скажу одно, что Крым замечательный город. Главное, чтобы его не разрушили. Главное, чтобы в него вкладывали именно то, чего достоин этот город и те люди, которые там живут.